Серия Fire Emblem переживает расцвет. Все три последние игры были не просто высоко оцененными и популярными, но еще и оригинальными, не похожими друг на друга. Кажется, выбери из них любую, перерисуй с HD-графикой, сопроводи новым сюжетом и готов эксклюзив для Nintendo Switch. Геймеры купят, порадуются и насладятся очередной первоклассной пошаговой тактикой. Тем удивительнее, что разработчики из Intelligent Systems не устояли перед своей тягой к творчеству и создали Free Houses — небезопасный и обреченный на успех сиквел, а грандиозный и дерзкий эксперимент. Возможно, мы с треском пролетим, но сделаем это красиво. Да? Что скажешь? Главный герой или же героиня Fire Emblem Free Houses — юный наемник, способный изменить судьбу мира. Типовой вроде бы персонаж, однако вас удивит его путь к исполнению предначертанного. Вместо того, чтобы набегать на караваны, персонаж получает должность профессора в Академии офицеров, обучает студентов новым практикам и живет в монастыре. Главный герой сам выбирает, кому преподавать – выходцам из империи, гражданам королевства или же представителям аристократического альянса. Ваше решение определит будущее виртуальной вселенной. Ведь через несколько игровых лет мирные соревнования между студентами сменятся кровопролитной войной. What should we do, teach? Kill every last one of them! Три государства погрязнут в раздорах, семьи поссорятся между собой, а вассалы предадут сюзеренов. В катаклизм будут замешаны даже боги. А разгребать все это должен главный герой. Выбрав, какой дом факультета обучать, он заодно даст начало одной из трех сюжетных кампаний. Каждая более чем на полсотни часов. Мы словно в легенде очутились, мистер Фродо. В одной из тех, что берут за душу. Большинство выпусков Fire Emblem состоит из десятков сражений, между которыми есть лишь небольшие сюжетные сценки. Но в новинке для Switch все иначе. Битвы тут — малая часть всех возможных занятий. Первое время герой преимущественно обучает студентов. Лекции и семинары помогают повысить навыки воинов и колдунов, а простейшие миссии по убийству разбойников — закрепить результат. Чтобы занятия были успешными и продуктивными, юный профессор общается с подопечными, помогает советами и выполняет их просьбы. Все это и мотивирует будущих офицеров, и помогает добиться доверия между членами дома. А в Fire Emblem от отношений между соратниками традиционно зависит и эффективность в бою. Ради любовника или лучшего друга здешняя молодежь наваляет любому врагу. Хочешь, чтоб твоя липовая семья заступилась за тебя? Эй! Обучение подопечных новым умениям важно еще и потому, что разработчики перелопатили боевую систему. Правило треугольника, традиционное для Fire Emblem, заменено на набор взаимосвязей между различными типами вооружения, классовыми умениями и параметрами воинских батальонов, рядовых рекрутов, сопровождающих офицеров. Как если бы после слов Цуефа вы показали не три фигуры на выбор, а сразу 10 руками и еще столько же на ногах. Ты же не можешь повторить? Ну, конечно. Это звучит даже страшно, но разобраться с системой несложно, надо лишь не спешить и быть внимательным. Если наставник-военачальник ошибся, то можно перемотать ход назад, пусть число применения этой способности и ограничено. Есть вариант попросту отключить перманентную смерть персонажей, но без риска потери ключевых офицеров пропадает часть обаяния Fire Emblem. Навыки растут сами, когда бойцы их применяют. Но если вам хочется сделать мечника лекарем и стрелком, чтобы он стал многозадачным, то проще выучить новые знания по ходу лекций, нежели практиковаться в логове монстров. Чем студент более мотивирован, тем быстрее зубрежка. В этот момент окупаются ваши усилия по общению с молодежью. Кроме того, часть умений, вроде полета на вивернах, невозможно освоить на поле боя. Чтобы боец смог оседлать эту тварь, он сперва должен пройти подготовку. Тут-то ему и пригодится составленный главным героем учебный план. Нам то и дело показывают календарь, где отмечены ключевые события и дедлайны. Пусть зачастую внешние факторы и нарушают профессорский план очередной катастрофой.
Повлиять на ход сюжета почти невозможно, и остается лишь развивать персонажей, чтобы они были готовы к будущим междоусобицам и трагедиям. Отойди теперь, достойный противник! Это всего лишь царапина. Царапина? Я тебе руку отсек! Нет! А это что? Бывалый, хуже! Навыки также необходимы, чтобы успешно пройти через экзамен на получение класса. Хочешь быть конным рыцарем? Продемонстрируй, что хорошо владеешь копьем и не падаешь с лошади. Троечники могут рискнуть и понадеяться на халяву, однако за пересдачи нужно платить и порой дорого. Класс определяет и внешность, и боевые параметры персонажа. Выбрать дают более чем из 30 вариантов, пусть поначалу из них и доступны только 4. Класс можно менять перед началом сражения. Экстренно сделать священника мечником – не проблема, если он сдал нужный экзамен. Впрочем, за верность выбранной специальности тоже есть бонусы. Одновременно с будущими офицерами учится новому и преподаватель, в том числе и у коллег. Главный герой не направляет своих подопечных словно каких-нибудь покемонов, а идет в бой на равных с ними. Сами же битвы, коих чем дальше, тем больше, напоминают о предыдущих выпусках Fire Emblem. Персонажи ходят по очереди, камеру можно отдалять и приближать, а у бойцов есть ключевые параметры, вроде силы, скорости и защиты. В подземельях нужно искать рычаги, ключи и телепорты, а на поверхности можно устроить засаду в кустах. Кроме того, на аренах сражений есть клетки с магическими эффектами. В джунгли тебя мы на время забросим, пока не выпадет 5 или 8. Как и всегда, важно помнить об уязвимости бронированных воинов перед магией и большой нелюбви лучников к лезвиям топоров в собственном теле. Все это традиционно для жанра, но важно то, что атмосфера студенчества и упор на общение с персонажами не сказались на боевой составляющей. Сложная система классов, качественный искусственный интеллект и приятное разнообразие миссий делают Fire Emblem Three Houses одной из лучших пошаговых тактик. А многочисленные отличия от предыдущих выпусков серии позволяют советовать эту новинку в том числе тем, кто до сих пор избегал жанр. Это целая история. Что? Да, это крутейшая игра всех времен. За 30 лет своей истории студия Intelligent Systems создала множество увлекательных тактик, головоломок и приключений, но никогда не повторялась и всегда удивляла игроков чем-нибудь новым. Мы с нетерпением ждем вестей об их следующем проекте. Как только выясним, сразу расскажем вам. До новых встреч в ВК-паблике и на канале Nintendo.